сегодняшнее дело. Сегодня суд вынес прецедентное решение о том, сколько стоит попытка поцелуя. Супруг Шерри Аррисон, которая владеет банком Апуалин, женщина не бедная, в свое время пытался, так как говорят на иврите, ляатхиль, то есть попытался завязать какие-то отношения с медсестрой, частной медсестрой, которая за этой же самой его супругой ухаживала. В качестве попыток он ее несколько раз погладил по спине, опускаясь даже чуть ниже, прошептал ей на ушко: «Я бы хотел с тобой завязать отношения», и попытался поцеловать. В результате этого он был осужден на 6 месяцев тюрьмы за сексуальные домогательства и непристойное поведение. И после этого эта медсестра подала на него в суд. В своем судебном иске она заявила, кроме того, что она опиралась на уголовное постановление о виновности этого человека, она заявила о том, что ей были причинены тяжкие душевные травмы и страдания, которые выразились в том, что она стала инвалидом и получила 50% инвалидности психиатрической. В результате преступлений и надругательств, которые над ней совершил супруг Шерри Аррисон, медсестра получила 50% инвалидность. Она потеряла возможность вести нормальные отношения с мужчинами. Она перестала нескромно одеваться и не может больше носить открытую одежду. Вынуждена была уехать из Израиля в Новую Зеландию. Короче, жизнь ее превратилась в катастрофу, полную и окончательную. Жизнь ее была сломана вот этой самой попыткой поцелуя. Что интересно, в своем первоначальном заявлении социальным службам, которые очень они беспокоились и ее опекали, она сказала, что она подверглась изнасилованию и 30-часовому заточению. Потом, правда, она нигде об этом не вспомнила, и она с этой версии уже ушла, но версии ее разнились от версии к версии. Там было и надругательство, и попытка изнасилования, все что угодно. В конце концов, что выяснилось, что таки да, было, была действительно попытка поцелуя, и было действительно поглаживание по спине и чуть ниже. И вот в результате этих действий тяжелая душевная травма, которая ей была нанесена, не позволяла ей дальше жить нормальной жизнью, и в качестве компенсации медсестра потребовала всего лишь 5 миллионов шекелей. Суд, который рассмотрел все это дело, пришел к выводам, что, во-первых, иск основан на несколько раздутой форме восприятия реальности. Не было попытки изнасилования, не было изнасилования, не было того 30-часового заточения. Как оказалось, не было и 50% инвалидности. Как оказалось, медсестра продолжает носить открытую одежду и была сфотографирована в мини-юбке. Из-за всего этого суд постановил в иске ей отказать и 5 миллионов ей не давать. Поэтому дали ей уменьшенную компенсацию всего лишь в размере 250 000 шекелей. 250 тысяч шекелей присудили этой женщине за то, что ее попытались поцеловать, не поцеловали, я прошу уточнить, да? За попытку поцелуя и за то, что ее приобняли и погладили. 250 тысяч шекелей. Теперь, где это касается нас, потому что ну, у меня нет жены, например, которая зовут Шерри Аррисон, скорее всего, у вас тоже нету банка Апуалин, может, банк поменьше. Но дело в том, что компенсация, которая назначается, она исходит не из богатства того, кто ее должен заплатить. 250 тысяч ей назначили не потому, что человек этот мог бы заплатить и 250 миллионов. 250 тысяч – это то, что должно компенсировать ей ее боль и страдания. Те душевные травмы, которые она понесла из-за того, что ее погладили и попытались поцеловать. Поэтому сейчас мы видим, что стоимость попытки поцелуя и поглаживания вознеслась на новые доселе невиданные высоты. Это новая рамка. Четверть миллиона шекелей за попытку поцелуя – это прецедент, который установлен сейчас, и в соответствии с которым любая женщина, которую обняли, погладили и попытались поцеловать, в плане рассчитывать на такие деньги. Где это может касаться нас с вами? Работодатель несет ответственность за действия его работника. Поэтому в случае, если женщина пострадала на рабочем месте, ее попытались поцеловать, она вправе претендовать на компенсацию за свои страдания в 250 тысяч шекелей, которая также может быть получена и с работодателя. То есть у того человека, который это сделал, может денег не быть, весьма вероятно, что у работодателя эти деньги будут.
Так что вашему вниманию, дорогие женщины, дорогие мужчины, будьте осторожнее, женщины, знайте свои права.